Я Виктория Яковлева, и я очень много лет увлекаюсь лунным календарем. Что я хочу вам предложить? Во-первых, консультацию на каждый день. То есть вы будете знать, какие энергии дня присутствуют в то или другое время. Для этого нужно всего лишь подписаться на мой телеграм-канал. Есть бесплатный телеграм-канал для того, чтобы попробовать, как это работает. Вы увидите бегущую строку или же просто титр. Там все будет написано. Что еще я хотела бы вам предложить? Это консультации по бизнесу, здоровью, сексуальной жизни, для того, чтобы можно было сгармонизировать все эти процессы. Во-первых, единый процесс. Или же, например, у вас есть бизнес-план, который вы хотите запустить в то или другое время. И вы заметили, что можно запустить его, и он не работает. А можно просто-напросто даже толком не готовиться, и все происходит именно так, как вы хотите. Просто все было запущено в правильное время, в правильные даты и с правильным интервалом. Так вот, я консультирую по процессам бизнеса, по здоровью. Что значит по здоровью? Мы очень часто переживаем, что нам делать со своим здоровьем, на что больше обращать внимание, в какой день, когда делать операции, можно их или нельзя делать именно тогда, когда будет лучший вариант для того, чтобы заниматься здоровьем. Это тоже есть один из аспектов лунного календаря, и я консультирую в этом плане. Ну и то, что мне очень нравится, это гармонизация сексуальной жизни. То есть мы можем давать консультации по тому, как наладить сексуальную жизнь по лунному календарю. И я думаю, что тогда в ваших и личных, интимных отношениях все будет хорошо. Еще одно направление, которое я хочу вам предложить. Это гороскоп по Луне. По тому, в какой день вы родились, этот гороскоп делается навсегда, на всю жизнь и рассказывает о вашей внутренней стороне. Если гороскоп, к которому мы привыкли, это гороскоп по Солнцу, по знакам зодиака, обычно это день, в который вы родились, в какой знак зодиака, чаще всего это рассказывает о вашей жизни в социуме, какие события с вами должны происходить, как влияют планеты на это событие. Луна же рассказывает о вашей внутренней жизни, о ваших привычках, о вашем предназначении, о том, чем вам лучше заниматься в жизни, как сгармонизировать свою внутреннюю жизнь так, чтобы жить счастливо. Пишите, звоните, мы с удовольствием будем вас консультировать. Смотрите, здесь все написано.